Вся прелесть субботнего утра в том, чтобы проводить время не так, как обычно, и не думать о работе. Прекрасным стартом для нового дня может стать неспешный завтрак с французским вкуснейшим тостом. Самый простой вариант завтрака по-французски – купить круассанов в соседней булочной или приготовить омлет. Но если приложить совсем немного усилий, можно побаловать себя и своих близких вкусным французским блюдом. Поджаристыми тостами с фруктами. Золотистые и очень ароматные тосты украшайте фруктами, поливайте медом и подавайте со свежесваренным кофе. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. 1. В глубокой емкости смешайте яйца, сахар, молоко, корицу и соль. 2. Взбейте яйца и другие ингредиенты до однородности с помощью венчика. 3. Нарежьте хлеб на порционные ломтики. 4. Окуните хлеб в яичную смесь. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте хлеб в кляре. 6. Жарьте хлеб до коричневой корочки. Подписывайтесь и ставьте лайки. Обещанный список ингредиентов. Сладкий хлеб – 1 штука. Яйцо – 3 штуки. Молоко – 3-4 стакана. Сахар – 2-2-5 столовые ложки. Сливочное масло – 2 столовые ложки. Ванилин – 1 щепотка. Корица – 1 щепотка. Соль – 1 щепотка. Количество порций – 3. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До встречи на канале!